Вы в курсе, что Сочи – самый спортивный город мира? И причина тому не только Олимпиада и сотни чемпионатов страны и мира, которые проходят в сочинских ледовых дворцах. Детско-юношеские спортивные школы. Именно отсюда берут старт в спортивную жизнь тысячи юных горожан и достигают успехов на соревнованиях самого разного уровня. Здравствуйте, я Инга Габиша. На канале ФКТ «Время» программы «В курсе». Здесь мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Как сегодня в городе пропагандируется спорт среди детей? И что из себя представляет детско-юношеская спортивная школа номер один? Эти и другие вопросы мы зададим директору спортшколы Александру Модельяну. Здравствуйте, Александр Здравствуйте. Леонидович. Здравствуйте. Александр Леонидович, заканчивается учебный год. Каким он был для вашей спортшколы? Этот год, как и предыдущий, он у нас очень хорошо прошел. У нас прибавилось количество занимающихся детей физической культурой и спортом. У нас два воспитанника стали чемпионами России. Денисенко Денис по карате и Максимилиан Попов по картингу. Здорово. А что из себя в целом сегодня представляет детско-юношеская спортивная школа номер один? Какие направления? Что это за школа сегодня? Для кого она? ДСШ номер один после реконструкции включает в себя многофункциональный комплекс, в котором располагаются три спортивных зала. Это зал гимнастики спортивной, малый игровой зал, зал для занятий тяжелой атлетикой. Это два теннисных корта, футбольное поле, легкоатлетическая дорожка с секторами для прыжков. В нашей спортивной школе занимается на сегодняшний день 1057 воспитанников. Начинаем мы прием детей с 5 лет. И также можем принимать детишек в возрасте 11-12 лет. На сегодняшний день культивируется 11 видов спорта в нашей спортивной школе. Какие направления? Из самых популярных видов спорта – это, конечно, у нас спортивная гимнастика, легкая атлетика, велосипедный спорт, картинг, полиатлон, триатлон, теннис, тяжелая атлетика. А какое направление пользуется большей популярностью? Куда тянет сегодня наших детей? Ну, если рассматривать как самый массовый вид спорта, это, конечно, спортивная гимнастика. Очень отрадно, что популяризация спортивной гимнастики на сегодняшний день среди мальчиков в возрасте 5-6 лет. Также вторым видом популярности – это легкая атлетика. Это наиболее массовый вид спорта, королева, как говорится, видов спорта. Также детки с удовольствием занимаются у нас и на тхэквондо, и на карате, и на теннисе. То есть особо какой-то вид спорта, в который идет большее количество детей, я на сегодняшний день выделить не могу. У нас все виды спорта приоритетные. Александр Леонидович, а есть ли такие направления, виды спорта в вашей спортшколе, которые только у вас культивируются? А в других спортшколах нет? Да, такие виды спорта, как велосипедный спорт, триатлон, полиатлон, картинг, бадминтон, только культивируются в нашей спортивной школе, и в других спортивных школах их нет. Этим мы, как говорится, выигрываем у других спортивных школ. Очень интересно, картинг. Как занимаются дети? Картинг – это технический вид спорта. У нас есть в городе Сочи картодром на улице Леселидзе, который нам любезно предоставляют безвозмездно. Наши дети там занимаются. То есть именно там они занимаются? Да, они именно там, только там занимаются. У нас этих детей не так много, 26 человек, но они добиваются высоких спортивных результатов на соревнованиях и краевых, и Южный федеральный округ. На этапе, зимнем этапе чемпионата Краснодарского края наша команда заняла первое место. Замечательно. Действительно, картодром есть, и проводятся соревнования разного уровня, но то, что он задействован под наших местных ребятишек, это очень правильно. Мы можем принимать деток, начиная с 5-летнего возраста. У нас самый такой ранний вид спорта – это спортивная гимнастика, куда приводят и маленьких мальчиков, и девочек. Мы можем принимать и в 7-8 лет на теннис, на легкую атлетику, на тхэквондо, карате. Также можем принимать в 10-11 лет и даже 12 лет на велосипедный спорт, полиатлон, триатлон. Это, то есть, такие виды, которые не требуют особой технической подготовленности. Но если ребенок физически развит или он где-то уже попробовал в каких-то других видах спорта, но что-то у него там не пошло, то, в принципе, мы его с удовольствием берем, потому что на этих видах спорта именно только с этого возраста именно и начинаются профессиональные занятия.
Да, это большой плюс. Действительно, первая спортшкола находится в очень удобном месте. К тому же здание новое в распоряжении воспитанников, как вы сказали. Стадион, теннисные корты, беговые дорожки. Наверняка все это влияет на заполняемость. Да, действительно, наша спортивная школа находится в уникальном месте, в самом центре города Сочи. Также вблизи школы расположены общеобразовательные школы большие, такие как гимназия номер 8, гимназия номер 1, СОЖ номер 2, 24, 7. Это также привлекает воспитанников, этих обучающихся, близкое расположение. Также удобная развязка – это рядом автобусные остановки. Плюс сам, конечно, многофункциональный новый комплекс, который сдан был в 2011 году в рамках краевой целевой программы развития города Сочи как горно-климатического курорта. Поэтому вот эти все факторы, они влияют, конечно, на заполняемость нашей спортивной школы. Но также я могу сказать и о большой конкуренции детей, сочинцев, потому что на сегодняшний день в городе Сочи функционируют 9 спортивных школ отрасли образования и 14 спортивных школ отрасли физической культуры и спорта, плюс 2 краевых центра спортивной подготовки. Поэтому на сегодняшний день привлечь, удержать детей – это очень немаловажная задача, которая стоит перед нами. Но для самих ребят, наверное, это здорово, что и соперничество варится в собственном соку, наверное, неправильно, да, среди спортсменов. Конечно, наши дети, они участвуют и в соревнованиях, не только участвуют в городских соревнованиях, которые проводятся в рамках городских каких-то программ, но также они выезжают на краевые, на всероссийские соревнования, и там уже показывают то, чего они достигли на муниципальном уровне. По результативности я могу сказать, что в прошлом году у нас выехало на соревнования различного уровня 226 воспитанников, из них 110 воспитанников стали призерами и победителями краевых, всероссийских и даже международных соревнований. В нашей школе за 2015 год подготовлено 295 спортсменов массовых разрядов. Ну, как известно, результаты работы отражают не только цифры. Об этом в одном из интервью нашим краснодарским коллегам заявила министр спорта Кубани Людмила Чернова. Давайте ее послушаем. Последние годы, о чем, кстати, отметил и Виталий Леонидович, мы говорим не только о количественных показателях, но говорим об эффективности. Сегодня показывать максимальные цифры сегодня мало. Сегодня надо, помимо этих цифр, еще говорить о том, насколько эффективно работает то или иное муниципальное образование. Мы проводили итоговое совещание совсем недавно, где присутствовали главы муниципальных образований. Мы достаточно подробно объяснили, из чего складывается сегодня здоровье нации, достижения Кубани и вообще наша работа вместе с ними. Поэтому я думаю, что сегодня наши руководители на местах во всем крае знают, над чем надо работать, чтобы этот уровень удержать. Как вы думаете, о чем говорит министр? Как непосредственно в Сочи удержать взятую планку, сохранить, так сказать, спортивную форму курорта? Ну, во-первых, самое главное – это сохранить все спортивные школы, которые у нас работают в городе Сочи. Как я уже сказал, их достаточно много, но город у нас имеет большую протяженность, поэтому все эти спортивные школы, они пользуются успехом, пользуются популярностью. Также необходимо, конечно, предусмотреть достаточный уровень финансирования для того, чтобы наши спортсмены могли выезжать на соревнования различного уровня. Также необходимо обязательное пополнение и обновление спортивного оборудования и инвентаря, потому что без этих составляющих ни одна спортивная школа, ни ее воспитанники не добьются таких хороших результатов, которые сейчас наши спортсмены, наши сочинцы показывают на соревнованиях различного уровня. Но сегодня все это есть в городе. На сегодняшний день все это есть, но все равно это требует постоянного обновления и дальнейшего, как говорится, развития. Требуется строительство спортивных комплексов, спортивных площадок, залов. Физкультура должна быть доступна каждому. Такую задачу поставил губернатор края, он на этом заостряет свое внимание, о том, что спорт должен прийти к каждому. У нас даже в городе проект есть «Спорт для всех».
Я понимаю, что школа у вас детская. А вот можно ли задействовать ваш стадион, например, я не знаю, ну, для любителей бега? Открыта ли, доступна ли вот ваша площадка? Да, конечно. Наш объект открыт для занятий легкой атлетикой. Любой желающий, любой гражданин города Сочи или любой приезжий может прийти на наш стадион в спортивной форме обязательно. Стадион у нас открыт с 7 утра и до 9 часов вечера, поэтому любой желающий может заниматься оздоровительным бегом на легкоатлетической дорожке. Обычно спортшколы берут детей до 14, наверное, лет. Да, а вот как быть с ребятами, которые только в 14 лет и решили заняться спортом? Да, это на сегодняшний день есть проблемка в этом, но она решена за счет муниципальной программы. Выделены ставки педагогов дополнительного образования, так называемые школьные клубы при общеобразовательных школах. И в основном эти детки 13-14 лет, они занимаются в вечернее время после своих уроков в этих клубах, что значительно увеличило количество занимающихся физической культурой среди обучающихся образовательных организаций города Сочи. Главной цели добились, они все же занимаются, ведут здоровый образ жизни. Они занимаются на спортивно-оздоровительном этапе, то есть это общая физическая подготовка. Угу. А, скажите, а тренеров хватает? Ведь для детей, наверное, эти тренеры, как вот учитель в первом классе, да, что заложит, как направит, как настроит, чему научит, так дальше и пойдут? Конечно, вы абсолютно правы. На сегодняшний день тренерский состав, он, конечно, в основном пожилого возраста. Молодежь, она неохотно идет в нашу отрасль, поэтому мы испытываем нехватку молодых квалифицированных кадров, но мы стараемся работать над этим. Вот в нашей школе на сегодняшний день три молодых тренера-преподавателя, это наши воспитанники, которые вышли из наших стен, и они вернулись. Но все равно хотелось бы, конечно, молодежи видеть побольше в наших рядах спортивных. А как все же спорт пропагандируется среди детей? Сегодня у нас популярны хоккей, фигурное катание, ну, понятно, Олимпиада прошла. А вот как популяризируется та же легкая атлетика, теннис? У нас существует ряд спортивных мероприятий, в которые включены такие, скажем так, не очень популярные виды спорта, как полиатлон, триатлон, ну и популярные виды спорта, легкая атлетика, велосипедный спорт. Мы проводим среди детей, среди обучающихся такие мероприятия, как на муниципальном этапе президентские спортивные игры, президентские состязания, всекубанская спартакиада, на Кубок губернатора соревнования по легкой атлетике и по другим видам спорта. Там участвуют дети, которые не профессионально занимаются спортом, а которые могут участвовать в этих соревнованиях. Угу. Команды формируют школа. Они к нам приезжают, они участвуют. Все это освещается в средствах массовой информации, в интернете. И дети, которые не занимаются спортом, они участвуют в этих мероприятиях. Тем самым мы популяризируем некоторые виды спорта, которые не так популярны среди нашей молодежи. А вот те же дни открытых дверей, где вы презентуете, да, вот свои возможности? В сентябре месяце, в 20-х числах сентября, ежегодно уже стала традиция на нашем стадионе. Спортивная школа центрального района проводит день открытых дверей. Туда приходят дети 7, 8 лет, 10 лет. И они могут определиться с тем видом спорта, которым бы они хотели заниматься. А вот за что приходится платить родителям, если вообще приходится платить? Спортшколе. На сегодняшний день все муниципальные школы, занятия в муниципальных школах, они бесплатные. Но и бюджет муниципальный, он выделяет достаточно средств для того, чтобы дети могли ездить на краевые соревнования, могли спортивные школы приобрести какое-то оборудование. Но, к сожалению, инвентарь, которым занимаются дети, это даже теннисные ракетки или спортивная форма на каких-то видах, это, конечно, у нас приобретают родители. Близятся каникулы. Будете ли как-то задействовать своих воспитанников? Или летний досуг – это уже задача от организаторов программы площадки нашего двора?
В спортивной школе нет каникул. Угу. Поэтому наша спортивная школа, как и все другие спортивные школы, работают круглогодично. Да, тренера частично уходят в отпуск, но мы стараемся сделать так их отпуск, чтобы ни одна секция не заканчивала свою работу, потому что летом дети свободны, и это самый благоприятный период для того, чтобы дети могли развить свои физические какие-то качества, улучшить свои результаты. Поэтому школы у нас работают круглый год. Также мы организовываем и на базах других спортивных школ спортивные лагеря в форме сборов. То есть дети находятся с 9 утра до 3 часов дня с двухразовым питанием. Также это позволяет им улучшить свои результаты спортивные. Таким образом, вы реализуете, наверное, программу детской занятости, да, о которой сейчас городские, краевые власти говорят о том, чтобы летом ребенок должен быть занят. Да, конечно, абсолютно верно. Мы детей не отпускаем в связи с этим. Наоборот, стараемся проводить, даже некоторые тренеры проводят даже двухразовые тренировки, но это уже их личная инициатива. Но тем самым мы в начале года и в течение всего года мы видим эффект от этих занятий по результативности наших воспитанников на различном уровне соревнования. В стране возвращаются нормы ГТО. Как известно, это наказ президента. А вот многие ли из ваших воспитанников могут сдать ГТО? И вообще имеете ли какое-то отношение? Мы имеем на сегодняшний день самое непосредственное отношение к сдаче нормативов ГТО. В конце февраля на базе нашей спортивной школы создан центр по приему нормативов ГТО. Мы принимаем нормативы у обучающихся образовательных организаций первой и шестой ступени. Также создан второй центр ГТО на базе Департамента физической культуры и спорта, которые принимают нормативы у выпускников, у студентов СУЗов, вузов и взрослого населения. В конце марта мы провели первое испытание норм ГТО у 11-классников. Сейчас начинает центр принимать нормативы у 9-классников. Но с сентября месяца, я думаю, что он заработает уже в полном объеме. И все ступени мы будем принимать нормативы ГТО. Ну, справляются, сдают? Сдают. Ну, старшие классы – это особая проблемка детей. Менее подготовленные, менее подготовленные дети в связи с тем, что уже многие перестали заниматься спортом. Ну, как раз вот нормы ГТО, они, я думаю, что позволят, то, что их возродили, они помогут тем, что школьники до, вплоть до 11 класса будут продолжать заниматься спортом. Как и принято, что-то они за это получают, значки или удостоверения. Вот расскажите, кто-то из сочинских школьников получил? Да, значки? Конечно. Школьники сдают на бронзовый, серебряный и золотой значок. Школьники, которые сдали на золотой значок, они получают дополнительное количество баллов для поступления в вузы. Поэтому у них есть стимул для того, чтобы сдать нормативы на золотой значок. Надо обязательно сдать 8 нормативов, 4 обязательные, 4 по выбору, и все должны быть сданы на золотой значок. Тогда они его получат. А сами вы ГТО сдавали? Нет, пока. Но планирую. Готовитесь, да? Да. А что еще предстоит сделать именно вашей спортшколе номер один? Каковы дальнейшие перспективы? И какие цели вот вы, как руководитель, ставите перед собой? Конечно, хотелось бы увеличить еще количество видов спорта. Конечно, хотелось бы увеличить количество детей, занимающихся. Потому что на сегодняшний день развитие массового спорта является приоритетной задачей именно детско-юношеских спортивных школ и подготовка спортивного резерва для центров спортивной подготовки. Поэтому это вот на сегодняшний день наша основная задача для того, чтобы мы могли увеличить количество занимающихся детей. Мы для этого делаем все. Тренеры-преподаватели нашей спортивной школы занимаются не только на базе нашей школы, а также и на базе других общеобразовательных учреждений. Уже на сегодняшний день базы ДСШ номер один не хватает для того объема детей, которые мы привлекаем к занятиям физической культуры и спорта. Ну, это же очень хорошо, да? Они идут и в школы, да, ваши тренеры? Да, наши тренеры работают на базе школ, тем самым там тоже привлекая детей. Очень хороших детей они передают дальше и для центров спортивной подготовки, для училища Олимпийского резерва. То есть, на сегодняшний день наши выпускники
занимают достойные места на соревнованиях различного уровня, уже, как говорится, выпустившись у нас, занимаясь в других школах Олимпийского резерва. В Музее Олимпийской славы совсем скоро могут появиться новые имена, имена сочинских чемпионов. Сегодня курорт действительно в спортивной форме, и у сочинских школьников есть все шансы заявить о себе. Александр Леонидович, спасибо вам огромное за беседу, исчерпывающие ответы. И вам спасибо большое за приглашение. Спасибо большое. Напомню, на этот раз гостем нашей студии был директор детской и юношеской спортивной школы номер 1 Александр Модельян. На этом время нашей программы подошло к концу. Будьте в курсе того, что заниматься спортом в Сочи и полезно, и престижно. И напомню вам любимую фразу спортсменов: успешен в спорте, успешен во всем. В студии была Инга Габеша. До свидания.